В первую очередь она поздоровалась. Мама, здравствуй. Я в городе. Живу неплохо. Ну, нахожусь на трубах. Ночевать негде. Квартиры нету. Ну, мамуль, не обижайся. Я все сделаю правильно. Через месяц приеду. Сейчас пойду грибы и ягоды, я пойду в леса. Ну, собираю, продавать буду. Все нормально будет. Не обижайся. Ну, Валюха, тебе тоже пламенный привет. Не обижайтесь. Я все нормально. Скоро приеду. Сейчас подожду. Маленько вот погода устроилась. Сейчас не дождей. Вот дожди немножко были. Сейчас все пройдет. Все нормально. Так. Ага. Ну что я вам могу сказать? Я вам пообещать ничего не могу. Пока у меня трудновато. Ну, скоро будет нормально. Ну, все, наверное. А как вы выживаете на улице? Можете сказать, нас будут смотреть люди? Да, я ночую сейчас на трубах. Трубы горячие, хорошо. Постель есть, одеяло есть, куртка есть, все есть. Все нормально. А зимой как выживаете? Зимой я здесь не живу. Куда уходите? Зимой я ухожу к матери. К которой вы сейчас обращались? Да, да, да. Она меня... Как ваша мать относится к вашему образу жизни? Очень хорошо. Поддерживает? Вот. Да. Сестра тоже неплохо. Я за нее 1.5 года отсидел. Вот. За что, если не секрет? Ну, дядька ее приревновал кому-то. Я дядьку отпиздил. 1.5 года дали мне. Нанесение тяжких? Да, да. Вот и все. Есть у вас какие-то истории из жизни? Поучительные истории, может быть, с вашим участием? Как поучительные? Ну, поучительные для молодежи будет смотреть, допустим. Чтобы вот, что сделать, чтобы не попасть на улицу, допустим? Нет, я молодежь... Нет, советы у вас есть? Советы какие-то? Совет, конечно, есть. Вот, давайте. Все надо. Все надо давать. Молодежь, никогда не смотрите то, что делаете. Не надо ни драться, ни воровать, ни пить. Ну, пить можно с друзьями. А иначе удачи не будет. Да. Верите ли вы в Бога? Да. В Бога верю. Вы православный, да? Да. Я вот. Вот у меня крест. Наполненный. Я крещеный. Что еще вы можете рассказать? Сказать о чем? Людям сказать. Ну, я снимаю документальный фильм, я потом буду это резать. Ну о чем я могу сказать? О жизни своей. Как вы, вот что, история. Нет, у меня жизнь хуевая. Ну вот расскажите, какая, насколько. Я все запикаю, если что, маты там все. Я не могу. Не могу людям свою жизнь. Не можете? Нет. Почему? Потому что шалка людей. Да нет, в этом есть моя задача. Я журналист. Меня зовут Кирилл, кстати. Как вас зовут? Александр. Вот. Моя задача показать жизнь человека, который
из дома. И чтобы человек рассказал свою жизнь. Вот, ну вот я не могу. Я прожил жизнь. Ну вот сколько я прожил? 57. Вот сейчас будет. Ага. Ну вот с 16 лет я пошел по лагерям. Вот. Сначала малолетка, потом взрослые, потом усиленные. Здесь вот даже на тройке побыл два раза. На тройке. Ну, я не желаю никому такого. Не надо такого, конечно. Ну, у меня получилось так. Ну, у меня как, по жизни. Не хватало. Выпить нету, покушать нету. Я иду воровать. По нужде, да? Да, по нужде. Вот. И поэтому меня посадили. А так я добра всем желаю. Не надо. Не надо такого. Лучше попросить у людей. Вот сейчас я знаю. Лучше у людей пойду попрошу. Вот и все. А после того, как мы сидели, вы не пробовали устроиться на работу или это невозможно? Почему? Я вот, вот за городом, я не знаю, что за деревня у вас? 9 километров. Заречный, может быть? Или Белый? Нет. Ну не суть деревни. Нет. Вот там я зиму прожил. У него зимовал, работал. Ну, у него две коровы было, теленок. Вот, я управлялся. Ну, ничего больше не делал. По дому вы помогали, да? Да, по дому помогал. Хороший мужик был, дядь. Расскажите про него, что за мужик? Я вот не знаю, как то. Без земли он, без ничего такого. На Б, как называют на Б? Белое? Нет. Нет? Имя? Борис? Нет, Билайн или как, вот, по-казахски. А, Булат. Булат. Ну, вот, у Булата я был. Ага. Вот, у него зиму проработал, сарай управлялся, дома управлялся, жрать варил, все. Ну, он в город мотался, продавал молоко, сметану. Ну, нормально все было, блядь. И вот оттуда я сорвался и до сих пор не работаю. К матери уехал, у матери побыл, а там сестра на меня накинулась. Не то, что накинулась, как высказала. Давай, говорит, езжай отсюда, нахуй ты мне нужен здесь. Негативно отзывается у вас, да? Да. И вот с тех пор я вот здесь, сюда приехал. Вот уже пятый день я в городе. А до этого в деревне были? Да. Я у них был. А вообще долго вы на улице находитесь? И вы, зимой вы в доме, да? Да. У матери, а да, летом на улице да. Бродяга. Ну, летом, видишь, как тепло, не получается. Да? Летом-то мне похрен. Ясно. Да, а да. Как к политике относитесь? Политикой не интересуюсь. Политикой я не интересуюсь. Что можете сказать вообще о политиках? Нет, сказать я могу серьезно. Ну вот, скажите. Да, вот сказать не могу. О чем сказать? Ну вот, смотрите. Ну вот, я уважаю Брежнева нашего, бывший. Вот хороший мужик был, блядь. А вот на Назарбаева не могу. Ага. Назарбаев, видишь, свои права качает, и нам это неудобно.
Ну он-то знает свои. Он правильно делает. Ну а мы еще не привыкли к этому. Вот не знаю как. А как вы относитесь к коммунистам? Коммунисты это которые в погонах? Красный. Ну коммунизм. Коммунизм был вот СССР, вот вам же лет. Так это хорошие люди. Хорошие люди. Да, это хорошие люди. Как вы думаете, возможно ли же возрождение коммунизма? Нет. Нет, больше не будет. Нет, нельзя. Даже нельзя. Нельзя. А как вы думаете, СССР это был коммунизм? Да, это было наше. Вот, а сейчас вот идут войны на планете, вот на нашей, да, ага. На Земле, идут войны различные. И вот я хотел спросить, вот политики разжигают войны, и люди друг друга убивают сейчас. Это нет. Вот, что вы думаете об этом? Это против. Против? Да. Почему? Это нельзя. Друг друга нельзя обижать. Вместе же живем. Все же люди, да? Да, все люди. Все. Какая разница, что я казак, что я русский, что я хохол. Какая разница? Все вместе живем. Нельзя такого. Ну некоторые не понимают же вот это. Некоторые, да, не понимают. А на улице вы не встречались с агрессией? Нападали на вас? Молодежь нападала, нет? Молодежь нападала. Как это было? Ну как это было? Я иду за Таллиной с сумками. Ага. Они у меня спрашивают. Дядька, дай копеек. Ну я сумки ставлю. Следующие мои сумки забирают. А это в карман лезу. Все, следующее по карману. Все карманы у меня прошибли. Все. Че, говорит, базарить будешь? Я говорю, не надо. Мне, говорю, синяки не нужны. Я отдавал. Молодежь есть борзая. Ну бывает, да, такое, что молодежь нападает. Да. Я говорю, молодежь наглая, блядь. Ну. Вот сюда даже приходят. Трое, четверо. Ага. Придут. Ну, видят, что я выпиваю. Ага. Все забирают. Просто забирают и все. Просто бродяги тоже, да? Да. Молодежь. Сейчас много молодежи бродяг. Да, дохуя. Я вот опрашиваю людей, они говорят, вот что. Много молодых, много. Я вижу сам, что молодые. Да. Как вы думаете, почему люди как бы, молодые, с руки, ноги есть, почему они живут? Ну, заработать не могут. Кризис, да? Да. Вот. Вот они и ходят, ищут. Так-то молодежь вроде неплохая. Ну, работать не хотят. Им проще вот так вот пройти, бичей пособирать, побить нахуй. Избивают, бывает, да? Да, бывает. Жестоко избивают? Бывает, да. А почему такая жестокость, как вы думаете? Ну, видишь как. Вот на мне сегодня синяков нету. Ага. А били по морде. А больше я ничего не могу сказать. Что вы можете напоследок сказать зрителям, которые вас будут смотреть? Что я могу просто сказать? От себя, что может быть вы хотели когда-то сказать что-то и у вас не было возможности на определенную аудиторию, а может быть что-то есть, ну вам выпал такой шанс. О жизни может быть что-то, мысль какая-то. Дорогие мои, не смотрите на меня,
Я бичарник. Вы делайте свою жизнь нормально. Ну, чтобы было все хорошо. Спасибо. Больше я не могу. Мне хватит на пузырь. Все.